Неудобно? Уезжаешь? Я всегда уезжаю. Наша официантка подъехала на роликах. Официантка! Ксюша, тоже бери, протирай. Всем привет, и вы на нашем канале. Всем привет, ребята. Сегодня у нас новая идея для челленджа 24 часа. Мы хотим сегодня быть целый день на роликах. Не знаем, что из этого получится, но мы попробуем. Сейчас мы переоденемся, а потом будем надевать ролики. Точно решили, что будете 24 часа на роликах? Уверены? Да, мы целый день будем на улице. Так, понятно, на улице. У вас дела сейчас дома есть. Смотри, вам нужно постель заправить. Да, нам нужно комнату убрать, пропылесосить, мусор выбросить. Это все надо сделать, я за вас не буду делать. Будете делать на роликах. Целый день, до самого... Тоже спать надо. В кровать на роликах? Да. Нет, я буду ждать до... Колесики помоете, я спите в роликах. Я буду ждать до 12 ночи, потом я их сниму. 24 часа вообще-то нужно ждать. Нет. До того времени, как вот с какого времени ты начала, вот до такого и нужно заканчивать. Если, значит, нужно было с ночи начинать, чтобы потом ночью закончить. Да. Значит, будете спать в роликах. Колесики вам протрем. Или я просто сюда мою подушку и ногу сюда висят. Тяжелые же. Так, ладно, давайте постель заправляйте. Потом пропылесосить нужно. И потом можете пойти на улицу. Что, неудобно? Нет. Неудобно? Уезжаешь? Я всегда уезжаю. А ты на тормоза? Вот так вот. Стой на тормозах. Что, не получается? Да нормально все заправила, что тебе? Куда ты полезла на роликах на кровати? Не упади там. Можем мы на улицу пойдем? Идите. Не устали еще? Нет. Гоняю тут. Потихоньку там на поворотах, Ксюша. На носочках ходите. Да, вот так. Да. На роликах. Все, пока. Я чуть попозже выйду. Пока. Давай. Ты что, пешком пойдешь? Загружайся. Давай быстрее садись. Ты еще не устала на роликах? Да? Лапы. Здесь можете кататься. Лапы. Пол ровный. Мам. Что, ты тоже на роликах, что ли? Папе ручку давай. Папе ручку давай. Каролина тоже будет на роликах. Все, пойдемте. Да, в стенку стукнуться. Но здесь другая дорога. Здесь уже обыкновенная дорога. Ну да.
катайтесь здесь. Такой дом красивый, разноцветный. Манька, Рубен. Итага, Рубен. Давай, 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 давай. Садимся. Мы решили коктейльчик попить. Какой ты здесь себе взяла? Фраппе. Молочный коктейль захотели. Я не знаю, как вы на роликах целый день. Я на ногах на своих уже устала, а вы на роликах. Круто. Каролина тоже пока держится, между прочим. Но она не с самого утра, конечно, но она с обеда, да. С обеда она на роликах. Решила поддержать сестричек своих, да? Нам подарили полотенца. Я думаю, что... Это с попугайчиком? Значит, у них других нету. Коль. Наша официантка подъехала на роликах. Официантка. Официантка. Вот как вот снимать влог, если девчонки хотят снимать челлендж? В один день два видео, это нереально, честно. Вот они решили снимать челлендж 24 часа на роликах. А тут еще влог надо. Каролина тоже захотела себе полотенце. Мама. Угу. Давай, Маргарита, ты первая. Че, боишься? Давай, отпускайся. Не вот. Че у тебя? Полотенце-то по полу не волочи. Она, главное, укуталась, а окошко открытое. А тебе холодно? А окошко-то почему открыла? Давай отсюда. Нет. Нагулялись? Наконец-то. Посмотри, темно уже. Замерзла? Давай, проходи, ой, не разувайся. Хотел сказать, тихо, заходи, разувайся. Не разувайся только потихонечку, потому что уже 9 часов, ладно? Ксюша, ты тоже бери, протирай. Я. Круто. Они очень сильно мутятся. Так ты только колеса протирай. Потихонечку. Не хочется снять ролики? Да. Да? Может, снимешь? Мы уже будем спать, собираться. Быстрее уснете, быстрее проснетесь и снимите ролики, да? Не, да? Я ночью сниму. Ночью снимешь. Все, давайте, идите спать уже. Отдыхать, пеленушки отдыхают. Сначала мы почистим зубки.
ребятки, на сегодня наше видео заканчивается. Мы ложимся спать. Ксюшка там уже лежит. Он там где-то. И я буду тоже укладываться. Все, ребята, всем пока. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк. И подписывайтесь на наш канал. Всем пока!